корни. Громче еще раз. Всем привет! Сегодня мы будем садить эти корни. Как это называется? Это... Вейгела. Лидия. Розовая. Вейгела розовая. Вейгела розовая. Вот кое-как откопали. Да. Если есть хоть маленькие намеки на корни, мы садим. И почему она у нас приживется? Где меньше корней, там будем больше отрезать. Пошли. Я лопату взял. Так, пошли. Мы сейчас почистили грядочку. И там оказалось свободное место. Мама твоя не в курсе, что ты ей помогаешь садить. Ведь смотри, себе я уже посадил, так? Значит, это куда пойдет? На продажу. Положи рядом. Так, положи. Покажи близко. Вот, посмотрите. Вот корни. Ну, допустим, здесь слабенькие корни. Да. Так. Значит, что мы сейчас делаем? Посадим, а потом демонстративно обрезку будем делать. Давай, садим целиком. Вот тут только вот эту вот отломай. Вот, смотри, верхушка, видишь, отломана. Ага, вот так. Так, смотри теперь. Ты до сих пор садил только картошку, так? Вот нет, свободное место. Вот свободное место. Давай. Не-не-не. Ямка, Рой, все сам. Я и хочу, хорошо, чтобы мама твоя гордилась тобой, что это потом мы и продадим рублей по 500. Вот. Глядишь, что-нибудь тебя купит. Ну куда, куда? Рядышком, рядышком, рядышком. Да, засыпать же этой же землей. Так, теперь вставляй. Так. Куда? Не вдавливай, а то сломаешь корни. Просто умудрись. Тогда дай я лопату подержу, а ты руками. Руками, руками, руками. Загребай. Так, вон земля твоя, ты же ее выкинул. Вон твоя земля. Вон дальше. Еще, вот она. Сильнее, загребай всю. Всю землю загребай. Да нет, комочка. Во! Наконец у тебя толк появляется. Последний этап какой будет после обрезки? Надо сделать ямку, а ухом. Нет, в данном случае это кустарник. Пусть будет ямка. Так, есть почти. Значит, второй этап обрезка. Где секатор? Секатор сейчас будет. Давай, ищи секатор в летней кухне, скорее всего. Возможно, в моей этой рабочем поясе. Чтобы время не терять, отцвела дикая уссурийская груша, вот она. А посмотрите, она абсолютно живая. Это Бельгия, это лесная красавица. Она еще только-только цвет набирает. Видите, она абсолютно живая. Не подумайте, как обсудить, что она это голенастая. Нет, вон. Вон цветочки, вон появляются. А это уже отцвела. Что получилось? Она не способна опылить ее, а дикая уссурийская груша не способна опылить лесную красавицу. Нашел? Ой, молодец. Идем, следующий процесс. Пойдем. Поехали. Итак, цветочки жалко? Жалко. Корней было мало, режь ниже цвету. Вот тут так сейчас. Нет, не так, смотри, как хитро. Не так, посмотри, видишь, росточек, оставь его. Чуть выше, пальцем мне не трешь. Во, вот так, давай. Думать надо, таких случаев, думать. Эх, селенок-то не... А, все, молодец. Росточек же оставили, заметил? Угу. Последнее действие какое будет? Поливать. А предпоследнее? Посмотрим. А замазывать кто будет? Надо Пушкин? Замазывать. Сейчас замазку. Давай, замазку неси. А я в таких случаях, чтобы время не терять, еще что-нибудь покажу. Вот. Вот это вот были переростки. Это такая беда наша. Вот они. Выбрасывать не стали. Какие были, какие такие были. Они буквально... Были это самое, как бы это сказать-то, ну, 2-3 длинные спички.
корешки. Ну, как могли, посадили, посмотрим. Что-нибудь да взойдет. А одевать не надо. Вот, возьми вот эту. Надо сначала полить. Нет, пора замазывай. Вот. А ты пока ходишь, а я все время не терять? Покажу. Так. Ладно, мы одну посадили, остальные мы уже посадим без камеры. Но полить принципиально надо на камеру. Чтобы все видели, что ты сделал все действия. Вот. Далеко не прячь, все же остальные садить будем. Самое лучшее у нас вот это, да, касается, смотри. Корней-то море. Вот этот. Да, давай его себе оставим, да? Давай. На продажу пойдет. Так все-таки себе или на продажу? Лучше себе оставить. Молодец, не жадный. Так, идем дальше. Значит, ты бегишь за водой, вон там это. Найдешь шлейку, где-то справа. Кажется. Вот. Ну, а мы что? Мой друг, который прислал мне прививку, она прижилась. Вот она. Вот она, ну, естественно, на первый год не зацвела. Называется джумбокот. И должны быть побеги, нет, плоды до 150 грамм. Ну что, будем, наберем терпение, будем ждать. Что я буду делать следующей весной? Зимой. Срежу ветки, еще несколько прививок сделаю. Вот по такому принципу. Я сделаю несколько еще прививок. Вот по такому принципу. Вот. А потом вырастают вот такие вот у меня побеги, видите? Значит, что-то я умею. Так, ладно, посмотрели. А что у нас, ребята, рюкзака? Знаешь, что это зацвело? Я с некоторых пор полюбил межвидовые прививки. Ты полил? А я не заметил. Эх ты, ну ладно. Сделал? Молодец. Так, ребята, я вас поздравляю. Сейчас поможете мне еще посадить эти несколько саженцев и свободны. По 300 рублей, поехали. Так вот, наконец-то зацвела межвидовая прививка. Это слива, самая настоящая венгерка грушевидная. И она привита на абрикос. Вот она. Ждем от нее удивительные плоды. Потому что уже первый урожай был. Она получилась уже не синяя, как ее родитель, вегетативный. А уже синяя, но с красными пятнышками. Ждем, что будет дальше. Вам интересно? Мне да. Так, Сеня, ты что это, работы не закончил. Я позвонил твоей маме. По WhatsApp сказал, Тимоша, ой, Сеня готовит сюрприз. Давай сейчас высаживаем остальные. Все, я съемку прекращаю. Улыбнитесь, вас снимает камера. Че, сильно худой ты для этого? Еще вырастешь, я тебе его подарю. Всем пока. Пока.